Итак, мы продолжаем наше путешествие по Индийскому океану. С момента выхода с Маурисиус прошло 3 дня. Не 10 часов всего времени. Наши координаты. Ветер и скорость. Это наши обороты и курс. Вот. 3-ти сутки море сменялось. И перспективы на ближайшие 4 дня такие же. Нету волнения и ветер. Море пустыня, океан пустыня. Никто здесь не ходит. Вот так это выглядит на карте. Но вот так на локаторе.